Микула, порочный стражник предместья, как и многие, имел на своей совести множество преступлений. Глава. Микула просит Геральта из Ривии отыскать его невесту. Ведьмак успешно справляется с поручением, тем самым приближается к своей основной цели. Микула устроил засаду для Геральта, местные стражники окружают ведьмака, и он вынужден сдаться. Запись в дневнике. Микулу все уважают, потому что он стал городским стражником, а в предместьях это завидная карьера. Кажется, он лентяй и бабник. Ему плевать на все проблемы предместий, он преследует только собственные интересы. Днем Микула охраняет ворота Вызимы.